данном уроке мы разучим с вами баус вперед-назад, основное движение самбо вперед-назад и в сторону. На что стоит обратить внимание? Во-первых, ваша задача проконтролировать, чтобы ваш плечевой пояс оставался неподвижным во время исполнения бауса. У вас не должно возникать такой ошибки. Вы будете двигаться только в коленях и прессе. Пройдемся по точкам исполнения бауса. Баус начинается с того, что мы сжимаем наш пресс, подбираем таз и одновременно сгибаем колени. После вырастаем колени, таз и разжимаем наш пресс. Еще раз. Пресс, таз, колени. Колени, таз, пресс. Пресс, таз, колени. Колени, таз, пресс. И вот один баунс вниз наверх мы должны исполнить на один счет. Попробуйте вместе со мной. Ручки поставьте в сторону. Ножки вместе. Приготовились. А, раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Теперь мы усложним баланс и будем переносить вес ноги на ногу. Поставьте ноги на ширине плеч, руки поднимите во вторую позицию и подсчет со мной исполняем баланс. Вправо. А, раз и два. В другую сторону. Три и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. После того, как вы освоили баланс вперед и назад, переходим к разучиванию основного движения самбо вперед и назад, а впоследствии в сторону. Исходное положение. Ножки вместе, ручки поднимите во вторую позицию. На раз мы садимся вниз, делаем баунс. Раз. На и мы вырастаем и одновременно правая нога выходит вперед. И на два мы подтягиваем левую ногу к правой, а на правую мы переносим вес. Два. На и поднимаемся вверх, вырастаем. И дальше садимся вниз. Раз, баунс. Дальше. На и левая нога во время подъема уходит назад. И на два переносим вес на левую ногу и подтягиваем правую ногу. Два. И раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два, и три, и четыре. Теперь разучиваем основное движение вправо-влево. Ручки поставили во вторую позицию, ножки у нас вместе. На раз садимся вниз, баланс пошел, раз, на и вырастаем, и правая нога уходит в сторону. И на два подтягиваем ножку, левую к правой, и на правую ногу переносим вес. Два. Вырастаем. И садимся. А раз. На и вырастаем, левая нога уходит в сторону. И дальше переносим вес на левую ногу и подтягиваем правую ногу. Два.
И. Еще раз. А раз. И. Два. И. Раз. И. Два. После того, как вы разучили баланс вперед и назад, основное движение вперед, назад и в сторону, предлагаю соединить все это в одну единую связку. На этом урок окончен. Включаем музыку